Ну и всем привет, ребята, с вами я, Трик, и сегодня, ребят, я бы вам хотел рассказать и с вами поговорить лично о складных велосипедах по онлайн-РП. Хорошо, ребят, но обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк на это видео и не забывайте, конечно же, про колокольчик. Хорошо, ребят, ну если ты хочешь поиграть онлайн-РП вместе со мной, а я играю на 5-м сервере, ребят, то скачивай игру по моей ссылочке в описании, жду вас всех в игре. И обязательно представьте, видимо, промокод Барханоев, он тебе даст 120 тысяч и его магазин Урус на 30 часов. Небольшой бонус от меня, ребят. Хорошо. В чем суть этого ролика, ребят, я вам хочу рассказать, да. Когда мы вообще покупаем складной велосипед на центральном рынке или вообще в магазине, не знаю, ну, вот. Мы покупаем и создаем, ну, типа, собираем велосипед. Вот как бы я так собираю его. И вот в чем суть этого ролика, а в том, а когда вы собираете велосипед, да, вот, допустим, собираете велосипед, то вам, ребят, должно высвечивать вот такая вот смс-ка, типа, у вас есть 45 секунд для того, чтобы сесть на велосипед, а если вы не садитесь через 45 секунд, то ваш велосипед автоматически переходит в инвентарь. Вы бы сказали, а в чем проблема тут? А в том, ребят, если вы, не подождав 45 секунд, ливнете с игры, то ваш велосипед автоматически пропадет. Тупо пропадет с инвентаря навсегда. И вам никто не вернет эти 200 тысяч, 300 тысяч, не знаю, сколько вы дали за этот велосипед. Ну, как бы так, ребят. И сразу говорю, ребят, с этим багом именно бывает с велосипедами Ferrari и BMX. Вот, ребят. Ну, я вам хотел, ребят, повести ролик к концу и предупредить вам не покупать складные велосипеды. Ну, конечно же, если вы не ливнете через 45 секунд, а хотя такое может быть, ну, тогда покупайте, как вы хотите, ребят. Ну, советую быть осторожным с велосипедами, ребят, в ОНРП обязательно, да, вот. Ну что ж, друзья, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно, да. Всем удачи, всем пока-пока.